Московские студенческие спортивные игры являются старейшими студенческими соревнованиями столицы. В этом сезоне они проходят уже в 35-й раз. Сегодня в рамках этих игр во Дворце спорта «Гераклион» проходят соревнования тяжелоатлетов, в которых принимают участие более 100 спортсменов из 12 вузов Москвы. Произошло это знакомство с тяжелой атлетикой, почему этот вид спорта полюбился? У меня папа занимался силовыми видами спорта, и с детства потихонечку и перешла. Какие мечты на будущее? Ну, ближайшее будущее мастера выполнить, а там уже посмотрим. Но есть свои определенные методики, помогает мне, естественно, мой тренер, сам планирует все, составляет определенные планы, чтобы все было нормально, корректировало относительно здоровья. А особо секретов никаких нет. А когда трудные моменты бывают, что помогает их преодолевать, мотивацию находить? Ну, когда именно трудные моменты, то помогают именно друзья, одноклубники, которые поддерживают. Ну, не сдаваться, всегда идти к своей цели и не обращать внимания на трудности, потому что они у всех есть. Ну, мне очень понравилось получать первое место, в принципе, и все. Почему тяжелая атлетика? Мне очень понравилось. Меня позвали случайно посмотреть соревнования в моем местном клубе. И мне очень понравилось, как двигаются ребята, и в этом есть определенная эстетика. Какие перспективы для себя рисуешь на ближайшее будущее? Я хочу поднять мастера спорта, выполнить мастера спорта. Вот когда выходишь на помост в процессе соревнований, какие эмоции испытываешь? Мы со стороны наблюдаем, что внутри происходит у спортсменки. Хочется выполнить все правильно, чтобы, конечно же, поднять все и было легко, не тяжело, не было каких-то грубых ошибок, чтобы просто не уронить ее. У меня получается на моем факультете, я учусь с девочками с художественной гимнастики, и все преподаватели меня тоже художественной гимнастикой приписывают, занимаюсь, будто бы я. И девочки, когда на меня смотрели, ну, не скажут, что тяжелая атлетика, и до сих пор, мне кажется, все удивляются этому. Ну, а мне нравится. А родители что говорят? Мама говорит, что она подкрутит голову и папе, и моему тренеру, если со мной что-то случится. А папа очень гордится своей дочерью. Папа сам мастером спорта был по тяжелой атлетике, и я пошла по стопам отца. Организатором этих студенческих игр является Московское региональное отделение Российского студенческого спортивного союза, которое было создано ровно 10 лет назад при непосредственном участии нынешнего министра спорта России Олега Матыцина. С тех пор Московское региональное отделение прошло значительный путь, закрепив за собой статус самой массовой по количеству участников организации, которая развивает студенческий спорт в Москве. Несколько слов о работе Московского регионального отделения. 10 лет, насколько я понимаю, уже больше, да, вот. Но, насколько я понял, 10 лет назад там и министр спорта нынешний, да, у нас принимал участие. Вот немножко об этом поделитесь.
Ну, во-первых, пользуясь случаем, хотел поблагодарить федерацию, что вы включились в работу со студентами и стали развивать именно это направление, в том числе. Сейчас студенческий спорт, в принципе, находится на серьезном подъеме, но еще буквально там пару лет назад многие федерации даже не смотрели в эту сторону. И ваша федерация одна из первых, кто подключилась к этому процессу. Юрий Ласлович просто очень мощный такой двигатель всей этой истории, поэтому вам спасибо большое. Что касается студенческого спорта Москвы. В Москве проводятся московские студенческие спортивные игры уже на протяжении 35 лет. То есть это преемственность поколений и все, что с этим связано. Да? В программе московских студенческих спортивных игр разыгрывается более 1500 комплектов наград, принимают участие более 20 тысяч спортсменов, студентов и порядка более 60 университетов. Ну, год от года меняется эта цифра, но в принципе можно сказать так, что более 60 университетов принимают участие. С каждым годом программа улучшается, само проведение мероприятий по видам спорта тоже меняется, федерации подходят, пытаются что-то делать, помогают. У нас в программе московских студенческих спортивных игр 150 видов, порядка 60-70 видов спорта, в том числе олимпийские и неолимпийские. Вот. Сейчас то, что касается России. В России создано 26 студенческих спортивных лиг. Это уже следующий шаг для федерации, чтобы вот эту историю тоже продвигать. Но, тем не менее, студенческий спорт, опять же, мы все прекрасно знаем, что министр наш, скажем так, из нашей области, специалист, очень сильно тоже болеет за это направление, за эту историю. Благодаря ему, конечно же, все увидели, что в студенческом спорте есть перспектива для спорта высших достижений. Незаслуженно забытая была эта история. То есть мы все прекрасно понимали, что есть школьный спорт, да, из которого готовят резерв, а когда школу дети заканчивают, дальше что? Про них все забывали. Ну, то есть те, кто успел в обойму войти, те как бы дальше двигались. Но есть ребята поздние, период созревания, пубертатный период немножко отстает, но они раскрываются как раз в студенческом возрасте. И сейчас вектор практически всех федераций направлен на студенчество. Ну, опять же, с учетом внешнеполитической обстановки. Вот. Вопрос с массовым спортом, он тоже является таким сейчас главным в повестке дня, и мы как никогда находимся в таком интересном положении и перспективам достаточно. На площадке Гераклеона проходят не в первый раз эти соревнования. Это становится уже как бы ежегодными мероприятия, которые проводятся среди студентов. Но в принципе весь спорт, он раньше, по крайней мере, было, что самое сильное общество – это общество «Буревестник», потому что все представляли какие-то определенные вузы, члены сборной команды страны, как ЦСКА, «Динамо» и так далее. Вот поэтому мы с удовольствием откликнулись на предложение, чтобы провести очередные студенческие игры. И я думаю, что эта площадка даст тот определенный результат, по итогам которого сборная команда Москвы будет сформирована и примет в ближайшее время, по-моему, в Томске будет проходить чемпионат России среди студентов. Ну и самые лучшие, достойные поедут туда на чемпионат России. А пожелания простые: относиться к делу с душой, с любовью и от чистого сердца. Если это все будет происходить, то результат будет не за горами.
студенческие соревнования, такой своеобразный формат, так скажем, да, это не международные старты, не пока не общероссийские, московские. Вот какие-то старты по счету уже, как студентки? Это где-то пятый раз, наверное, я выступаю. Это очень классный формат, очень классная традиция. Практически каждый год, когда вот выступала, сейчас я магистратуру заканчиваю, то есть у меня была возможность 6 раз выступить, но я пропускала какие-то парочку соревнований. Но мне очень нравится традиция, мы так дружим сразу всем институтом, со всех разных курсов девчата и ребята выступают, там общаемся, но это интересно. И классно, что наш институт собирает до сих пор команду и заинтересован в этом. Мне очень нравятся эти соревнования. Вот такая нагрузка, она помогает, не мешает? Нет, не мешает, поэтому что пошла в магистратуру. Мне очень нравится наш институт, мне очень нравится отношение к тяжелой атлетике в нашем институте. У нас очень крутая кафедра, на ней работают классные люди и учатся. Не, у нас очень хорошо с этим все, ничего не мешает, все получается. Главное — любить то, чем ты занимаешься. Это самое главное. Когда перестаешь любить это дело, все, уже выгорание и уже нету сил. Когда горишь, когда любишь, все всегда идет как по плану, как идеально. Ну, вот такой формат студенческий, он немножко отличается, так скажем, да. Ты уже опытный боец у нас, международный старт, какие-то общероссийские, много ездишь, выступаешь. Вот как складывается твоя студенческая жизнь, так скажем? Я учусь в Московской государственной академии физической культуры и спорта в Малаховке. Студенческая жизнь складывается хорошо, но и на самом деле соревнования, как бы, они не отличаются, соревнования, они все одинаковые. Как бы, ко всем соревнованиям я готовлюсь, но есть цель — поднимать штангу, вот, готовлюсь к каждому соревнованию. Почему выбрала именно этот вуз, где ты сейчас учишься? Как-то определенная какая-то была цель? Ну да, в МГАВке училась моя мама, Перфильева Елена Владимировна. Она мой тренер, у меня тренируют мама и папа, Иваненко Павел и Перфильева Елена. А мама там училась, закончила аспирантуру. Она кандидат педагогических наук. Но я прошла по стопам мамы и также учусь в этом институте. Ну, вообще, я очень сильно люблю учиться. Также знаю 5 иностранных языков. И после института, ну, в Малаховке хочу поступить в МГИМО. Вот так вот у нас тяжелая атлетика не мешает, да, вообще никак для образования? Нет, вообще не мешает. Это все дополняет друг друга. То есть должна быть и умственная, и мышечная деятельность. Тогда человек будет полноценно развиваться. Я бы хотела пожелать всем девочкам и мальчикам, которые только начинают свой путь, ставить цель и к ней идти. То есть каждый день просыпаться с этой целью и как бы стараться ее добиться. Потому что только когда есть цель, тогда и все получается. Поступала здесь первый раз, потом для меня как-то, ну, неважно, какие соревнования. Я так в легкую выходила и все. Насчет сочетания, просто у меня тренировки вечером, и спокойно я могу утром учиться. Я обычно учусь дистанционно, делаю задания. Вот. Так, в принципе, спокойно я могу сочетать, и даже если понадобится, могу утром работать, вечером тренироваться, так что вполне нормально. Это главное — в себя верить, чувствовать свое тело, как там. Ну, главное — найти человека, с кем можно посоветоваться, допустим, там тренер, тоже вот эти вот моменты улаживать. А так, всем удачи. Случилось так, что тяжелая атлетика стала частью жизни? Одногруппник серьезно занимался тяжелой атлетикой, вот, подтянул. И сколько уже тяжелой атлетикой занимаешься? Ну, серьезно, наверное, около года. Студенческие соревнования — такой своеобразный, интересный формат, на самом деле, вот эти студенческие игры, фактически это отбор некий на даже всероссийские соревнования. Я так понимаю, это первая такая крупная победа, да, в жизни? Да, да, это третье соревнование в целом. Вот для тебя в чем красота тяжелой атлетики? Красота, наверное, в том, что есть штанга, диски. Вот, и поднять над головой вес, как минимум, который больше тебя, это какой-то такой первый, наверное, шаг к преодолению какого-то себя. Вот. Что бы ты мог пожелать ребятам, которые вот придут
свое время или в этом году осенью на первый курс и, возможно, тоже услышат о тяжелой атлетике. Заниматься, пробовать, искать себя. Что мотивирует дальше двигаться? Я понял ваш вопрос. Наверное, то, что за каждой черной полосой всегда наступает белая. Это игры вообще самые массовые и продолжительные в мире, можно сказать. Даже так, я не постесняюсь, скажу, что они в мире самые крупные. И, естественно, по всем видам спорта мы проводим отбор. То есть это является выходом на всероссийские студенческие соревнования. Тяжелая атлетика является фаворитом в студенческом спорте в плане того, что есть тандем, есть объединение, федерация, студенческий спортивный союз. И ваш вид спорта, он, конечно же, будет в программе летней, всероссийской летней универсиады, то есть он попадает в летние виды спорта. Поэтому перспектива включения вашего вида спорта, она явная, и ребята будут отбираться из Москвы и будут отбираться именно на всероссийскую универсиаду как минимум. А также ваша федерация всероссийская будет проводить студенческие соревнования, и наши результаты они будут принимать к себе. Второй момент очень важный для ребят – это то, что касается присвоения разрядов, естественно. Поэтому это перспектива для ребят, которые закончили в школе обучение, поступили в университет, но у них нет возможности дальше упорно тренироваться, но есть еще возможность хоть как-то поддерживать свою форму, а мало ли что, вдруг появится второй шанс, у него появится второй шанс попасть в сборную, получить мастера спорта, а может быть международник заслуженный, там олимпиаду выиграть. Мне нравится выступать за команду, пришел выступать, принести очки, и чтобы выиграла команда наша. На каком курсе сейчас учишься? Сейчас четвертый заканчиваю. Вот. Почему этот вуз выбрал в свое время? Ну, я рядом там живу, поэтому как-то у меня особо выбора и не было. И я давно уже там тренируюсь в этом вузе, 10 лет уже. То есть я там начал и вот пришел туда. Ну, все получилось, на твой взгляд, сегодня? Ну, 25 обидно, конечно, хотелось. А так, хорошо выступил. Что там не получилось? Немного вперед повалился. Такие технические моменты всякие. Да, вот такие неудачные попытки случаются. Что внутри происходит? Ну, разочарование, что еще может. Долго психуешь? Ну, нет, я, если даже не получилось, стараюсь как бы себя успокоить и настроить на новый подход. Ну, я желаю ходить на пары, конечно же. И в зал ходить. Там хорошо, можно разбавить мысли после тяжелого трудового дня. Вот. Ну, советую, в общем, ходить в зал. И без травм, конечно. В свое время в этих соревнованиях участвовали московские студенты, имена которых сегодня уже известны всем. Это Дмитрий Берестов, ставший олимпийским чемпионом, двукратный чемпион мира Артем Акулов, олимпийская чемпионка Оксана Сливенко. Сегодня в списке участников новые имена молодых спортсменов. И кто знает, возможно, на этот помост сегодня выйдут будущие чемпионы мира и Олимпийских игр. Что, поздравляем с победой. Интересно, какая уже в жизни эта победа? На Москве. Но я раньше за другой город выступал. Поэтому первое. Как она далась сегодня? Ну, чуть передержал вес, поэтому не очень пошло. А так нормально. В толчке, да, не очень пошло? Ну да, в толчке не очень пошло. Да и в легке тоже отразилось чуть-чуть.
Но тем не менее, выстраданная победа. Ну да. Вот такой формат студенческих соревнований. Что это для студента, так скажем? Для студента, наверное, это организованность в спорте. Поближе увидеть, особенно кто учится не только на педагогическом, но еще и на тренерском факультете, каково это вживую. Посчитать подходы, сколько там очередность, за кем идти, там все вот это вот. Какой курс сейчас? Первый. А, только все началось? Да, я после армии. Почему решение такое? Пойти учиться, да? Развиваться, чтобы не останавливаться. О тяжелой атлетике немножко. Почему с этим видом спорта связал жизнь? Тренер попался хороший. Поэтому заборов даже меня снимал иногда. Ну, я с молодости начал заниматься. Снимал меня заборов. Любил побегать. Спасибо тренеру. Как тренер зовут? Юрий Михайлович Георгадзе. С 11 лет начал заниматься. Ну, такой вот разгильдяй чуть был. Больше перерывов делал. Тем не менее, не бросил до сих пор тяжело. Нравится мне этот спорт. Много адреналина, радости, эмоций. Каждое соревнование – это новый опыт. Я уже 3 года подряд выступаю на московских студенческих спортивных играх. В 2021 году я стал третьим, занял 3-е место. В 2022 – 2-е место. И в этом году первое, как по нарастающей. Я учусь в Национальном университете, исследовательском, Московский энергетический институт, аспирант 1-го курса. Уже тяжелой атлетикой занимаюсь давно, заканчиваю свою карьеру спортивную. Много лет тренируюсь. Хочу еще молодежи показать, что с меня рано со счетов списывать. Пока есть возможность, буду тренироваться и побеждать. Мой дедушка был тяжелоатлетом, еще когда троеборье было. Я хотел достичь его результатов. 90 рвал, 90 шум-жим сделал, жимовой, жим, и 120 толкал. Когда вот 15 лет я первый результат его пытался сделать, он уже начинал гордиться. Хотел показать ему, что я что-то могу. Атлетики. А потом я влюбился в этот спорт, у меня появилось много друзей, на сборах Чехова ездил от Москвы. И я на соревнования езжу, потому что постоянно вижу друзей, как ностальгия. Для меня это как-то больше дружеские соревнования, чем соперничество. Вот такой формат студенческих соревнований, а почему ты считаешь, что он нужен именно для студентов? Здесь не все профессионалы, так скажем, да, но тем не менее. Потому что это мотивирует студентов заниматься, тренироваться, создавать сборные команды вузов и побеждать. Это большая мотивация как и для вузов, так и для студентов разных вузов. Я бы хотел пожелать, чтобы студенты были сильные, понимали много, чтобы студенческие игры стали такими же великими, как когда-то были, когда студенты отбирались на мир и поднимали больше остальных.
была задача по максимуму выложиться, на что готов. Вот. Хотел поднять мастера спорта, в принципе, что и получилось. Вот. Получилось даже чуть-чуть с запасом. Вот. Ну, в принципе, доволен выступлением. Когда началась история твоих взаимоотношений, так скажем, тренировок в тяжелой атлетике? В 6 лет меня привел отец, вон он стоит там. Вот. В принципе, отдал этому виду спорта уже 2/3 жизни. Не собираюсь останавливаться. На каком курсе сейчас? На первом, только поступил. Вот такой формат студенческих соревнований. Нужен ли он? Если нужен, то почему? Я считаю, нужен для популяризации, развития спорта. Потому что в любом случае спорт – это хорошо, это здоровье, это сила, воля, характер. Ставлю цель выиграть Россию, вот, по студентам. Потом, может быть, подберемся к молодежным каким-то юниорским первенствам. Ну что, могу пожелать удачи, как бы без травм, развития, упорства, терпения. Вот, самое главное – не сдаваться, идти только вперед. Вот. Ну и как бы верить в себя. Соперников в моей категории, можно сказать, не было. Вот. Занял легко первое место. Не все реализовал. В рывке рекорд. Да, на 3 килограмма улучшил свой лучший результат. В толчке техническая ошибка, к сожалению, не все реализовал. Хотелось больше. Килограмм на 10 минимум. С прошлого года, можно сказать, результат улучшился килограмм на 40 примерно. То есть работа была проведена, видимо, хорошая. Тяжелая атлетика. Почему, когда, как случилось так? Занимаюсь тяжелой атлетикой уже около 7 лет. То есть, да, грубо говоря, 7 лет. Сам с города Заволжска. Вот. Начинал заниматься у тренера Вадима Борисовича Дунаева, ныне покойного. Подготовил таких спортсменов, как Алексей Мамонтов, рекордсмен России. Вот. Сейчас занимаюсь у Антона Александровича Беззубова в МГФСО уже 1.5 года. Вот. Работаем над ошибками. Ну и, как видите, получается. Да, да, на что готовился, то и поднял, в принципе. После кубка лечился, попросили выступить, вот выступил. Так пойдет. Так, немножко у вас там заруба-то получилась все-таки. Да, так. Как назвать зарубы? В одну калитку. Студенческие соревнования. Какие уже по счету в жизни? 3-й получается. Да, 3-й соревнование. Все, уже диплом. Уже выпускаюсь. 4-й курс. Так что мои последние студенческие игры. Громко хлопнул дверью. Ну, можно сказать и так. Вот. Ну, доволен? Да, вполне доволен. Все в порядке. Будем дальше готовиться. Уже следующее соревнование ЦФО и чемпионат России. Все. Ну, свои мечты какие немножко? Приоткрой нам занавес. Нельзя раскрывать. На чуть-чуть. Не, не такое нельзя говорить. А то иначе не получится. Тогда к началу. Упорно будем готовиться. Вот и все. Готовиться и готовиться, больше нечего делать. К началу тогда чуть-чуть вернемся о тяжелой атлетике. Как это случилось? Знакомство и... Брат Артур Бабаян, знаете, наверное. Вот. Сначала он начал тренироваться. Я в качалочку ходил. И вот потом смотрю, что-то нормально. Тоже решил пойти и все, остался. Мы сейчас вдвоем тренируемся. Что пожелаешь студентам, которые ты заканчиваешь, а кто-то на первом курсе сейчас только начинает? Просто терпение и больше труда. Все, и дальше все само будет. От тяжелой атлетики только 3 слова. Травмы, эмоции, триумф. Все, видите, профессиональный спорт такой. Ну что, с трофеем вас поздравляем. Что предшествовало, через что проходили, что сегодня такой кубок у вас замечательный в руках, одержали командную победу? Благодарю вас. Очень рад этой победе. Предшествовала этой победе, естественно, очень серьезно проделанная спортивная подготовка участников данной команды. Все ребята нашей команды очень серьезно отнеслись к выступлению на этом старте. И действительно направленно готовились именно на эти соревнования. Вот. Ну, а с моей стороны было внесено всего лишь скромная организационная часть этой команды. Нужно было всех составить состав и помочь с выведением спортсменов. Вот. Так, чтобы
они сумели на помосте показать свои наилучшие результаты. Вот. Большое спасибо, конечно же, еще и личным тренерам наших ребят, которые проделали подготовительную работу и внесли большой вклад в победу при проведении соревнований. Я так понимаю, довольны? Естественно. Во-первых, это победа на московских студенческих играх Гацулиевка. Достаточно продолжительное время мы не выигрывали этот кубок. Честно сказать, не берусь даже сейчас вот гадать, но то, что больше 20 лет, это точно. А может быть, даже и более продолжительный срок. Мы не побеждали на московских студенческих играх. Вот, поэтому в то же время наш институт, естественно, это институт больших традиций и серьезных спортивных побед. Поэтому, конечно же, считаю, что мы по праву победили на этих соревнованиях. Естественно, студенческий спорт – это очень важная и очень необходимая ступень перехода спортсменов из, так скажем, подготовительного спортивного уровня к школе высшего спортивного мастерства. Многие спортсмены, особенно в тяжелой атлетике, приходят в университет, поступают в том возрасте, когда они заканчивают юниорские соревнования и переходят на взрослый уровень. Вот, поэтому, естественно, студенческие соревнования позволяют им расти, позволяют им иметь возможность нарабатывать соревновательную практику. Вот. И также для многих студентов студенческие соревнования дают возможность впервые приобщиться к данному виду спорта. Ведь во многих вузах студенты поступают без разрядники, и как мы здесь видим, со многих вузов студенты некоторых курсов впервые участвуют на соревнованиях. Естественно, за 4 или 5 лет учебы в университете есть возможность достигнуть, так скажем, определенных результатов, массовых спортивных разрядов, что, конечно же, повышает массовость спорта. И впоследствии данные спортсмены могут быть и добиться больших успехов, или, возможно, просто стать сильными, здоровыми и полезными членами нашего общества. И вот чтобы как можно дольше сохранялся вот этот азарт, вот эта вот радость, вот эти вот максимально возможные эмоции от занятий спортом, любите штангу. Ну что, подводим итоги. Мне кажется, яркий праздник получился студенческого спорта. Ваше мнение, ваш взгляд на такой формат соревнований? Ну, я бы сказал, в этом году у нас как-то лучше, по-другому немножко произошло. События, это эти соревнования. В прошлом году это было на малой арене, в другом помещении. Здесь как-то получилось, во-первых, наградная атрибутика совсем другая. Вот это 35-е игры, у них в этом году уже и кубок совсем другой, и медали. И все это, конечно, тоже радует, тоже всем приятно, как бы награды. Плюс количество участников. В прошлом году было намного меньше участников, где-то было около, если брать московские, 75-80. В этом году заявилось у нас около 105 из 11 вузов. Ну, эмоции, конечно, тоже вот здесь, особенно в последний день, такие были живые эмоции, людские, вот именно при том, как поднимают снаряд. Вот. Ну и видно, что вот все-таки есть и более квалифицированные ребята, которые готовятся и занимаются постоянно, а есть, которые только начинают. И то есть вот задача Московских студенческих спортивных игр – это прежде всего массовое увлечение, занятие студенческим спортом. В студенческом спорте тяжелая атлетика уже давно заняла свое как бы почетное место среди этих видов спорта. У них в программе и другие есть силовые, но вот именно олимпийская тяжелая атлетика, она здесь присутствует. С этих игр мы начинаем вместе с Московской федерацией, спортивной федерацией тяжелой атлетики Москвы и Московским региональным отделением студенческого союза именно присвоение спортивных квалификаций, и наши соревнования позволяют до первого спортивного разряда. И это как бы та работа, которую могут представители вузов, тренеры у себя на местах показать, помимо результатов в поднятых килограммах, вместе в зачетных, в командном зачете, в личном зачете. И вот здесь мы как раз идем на то, что они могут оформить по результатам этих соревнований до первого спортивного разряда. Это особенно важно для тех, кто только начинает заниматься тяжелой атлетикой. И таким образом у них
другим соревнованиям они могут не попасть, потому что есть квалификационный допуск. А здесь они могут попасть, посоревноваться, достичь определенных результатов, еще и получить выполненный норматив. И радует все-таки, что тяжелая атлетика в вузах сохраняется. Вот это тоже немаловажно, сохранить вид спорта именно в этой категории студенты. И в дальнейшем все-таки возрождать, вот благодаря и вам тоже, то, что вы популяризируете тяжелую атлетику, в том числе и студенческую категорию. Поэтому мы надеемся, что в дальнейшем еще больше будет все-таки возвращаться вузов, и, соответственно, возрастет количество спортсменов, ну и результаты. Пожелание, чтобы все те, кто работают над этими результатами, и студенты-спортсмены, и тренеры-преподаватели, и функционеры-организаторы не оставляли это дело, а продолжали это дело с той душой, с той любовью к своему виду и служили нашей тяжелоатлетике. Всем участникам соревнования я хотел бы пожелать больших весов. Как мне сказали, что в вашем виде спорта это принятое хорошее пожелание. У пловцов легкой воды желают, вот, а у вас больших весов, естественно. Хочу пожелать от лица московского отделения это положительной учебы, чтобы, да, чтобы в учебе у ребят все было хорошо, здоровье прежде всего. И, конечно же, поблагодарить ректоров, проректоров, поблагодарить федерацию, поблагодарить всех причастных к этому прекрасному празднику, что мы все вместе делаем большое дело и создаем для ребят второй шанс им даем и вообще, в принципе, создаем для них хорошую, интересную историю, праздник. Поэтому всем удачи и здоровья, самое главное. Очень символично, что рядом с местом проведения студенческих соревнований находится единственный в России памятник Владиславу Краевскому, человеку, который создал первый в России кружок любителей атлетики. И случилось это в 1885 году. С тех пор пишется великая летопись тяжелоатлетических событий России.